Вот я раскопала этот антуриум. К сожалению, корни в ужасном состоянии. Здесь практически их нет. Да не то, что практически их вообще нет. Здесь тоже нет. Вот какой-то гниющий кусочек. Здесь тоже в хлам. Вот этот самый большой, у него есть надежда. Есть вот белые корешочки. Остальные тут был торфяной стакан. Из-за него пошло, видимо, гниение, плюс неправильный грунт. Грунт сейчас покажу. Вот я его в ведро ссыпала. Тут с корнями совсем обычный, переувлажненный. Тут мокрый-мокрый. Вот так вот. Такой бедолашка сейчас буду обрезать. Наверное, малышей посажу в мох. Три малыша. У меня, наверное, мха столько не будет. А вот этот вообще. Ну, есть вот воздушные корешочки. Может, они пойдут в рост. Спасибо за внимание. Будем сейчас что-то думать.